Привет тебе, Коперник, меня, походу, дело накрывает. Меня накрывает. Чё за фигня? Эй! Кто? Откуда ты взялся? Ага. Отлично. Ну-ка. Да, я не помню, я уже сказал, я Коперник, это Far Cry 5. У нас... Оп, нога на... Не волнуйся, ты скоро выйдешь отсюда. Ты думал, что свободен. Твой друг так старался, но все напрасно. Ничего. Он все осознал. Я же говорил, ты не герой. Ты орудие. Ты узрел свой путь. Согласись, ты знал всегда. Зачем он это делает? Зачем он... Зачем он это делает? Только ты. Ку-ку. 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 Отлично. Убьем слабых! Так, кто? Ух ты! Такс. Scarface. Разим стадо! Почему я их убиваю с одного раза? Они мне по полгода. Так, есть еще кто? Торопись! Труд, охота, жатва, жертвенность! Говно, межбулочное. Якорь в бухту. Я не знаю. Просто... Мы просто в слова играем опять. Это кривой ящик, кстати. Ух ты, прикольный чувак, сам сгорел. Не убей, не убей! Сука! Посмотрим, кто из нас слаб. Ты. Бритый под педика. Негодяй. Да, прорезинить надо. Прорезинить? Убьем слабых! Хара уже, а? Пытаться меня прорезинить. Так. Охота, жатва, жертвенность. Сиськи до пояса свисают сзади. Я не знаю, они просто какие-то дебильный набор слов говорят. Я даже не знаю, как это все дело прокомментировать. Привет. Да, жертвуй слабый. Текс. Пунк. Оп. Да откуда, блядь? Да откуда, блядь? Хорош. Да откуда, блядь? Да откуда, блядь? Давай еще раз. Как же это серьезно раздражает иногда. Да, да, да. На нас тебе, елда. Труд, охота, жатва, жертвенность. Так.
Ну давай. Отлично. Время идет. Ну, пук. Я заметил. Жатва! Жертвенность! Так. Неплохо. Так. 20 секунд нормально еще. Так, есть контакт. Шевелись. Это неужто это безумие? Торопись. Ты же знаешь, что такое безумие. Я думаю, тебе об этом напоминать не стоит. Я обратно вышел. Блин, да ты серьезно? Еще раз. Я заблудился. Только я могу заблудиться на линейном уровне, который идет только в одну сторону. Серьезно. Еще раз, ну давай. Будь сильный. Принеси свою жертву. Делай же что-нибудь. Будь или не будь. Будь или не будь. Будь или не будь. Парапапумба путь. Рут! Парапапумба путь. Путь. Не пугай меня так больше никогда, мальчик мой. Убьем слабых! Да, ну вопрос, не вопрос. Слабых убьем. На самом деле, знаешь, они какие-то постулаты говорят, ну, которые действительно имеют место быть. Действительно, слабые в нашем мире вымирают. Это правильно, это естественный отбор. Что уж не говори, но человек в основном все то же самое животное. Отлично. Чувак, все то же самое животное. Рун, охота, жатва, жертвенность. Рут, это я уже. Да, проредим снаду. Эй, волк, не надо меня так пугать. Охота, жатва, жертвенность. Это я типа в бункере такой уже здесь хожу, да? Произошло. Only you can make this all seem right. Only you can make the darkness bright. Only you. Я душу красно говорил. Да, только ты подобрался так близко. Только ты завоевал доверие. Только ты мог это сделать. Ну да, супер. Ты прошел проверку. Ты принес свою жертву. Но теперь ты один. И ты слаб. Ты знаешь, каков удел слабых. Проредить стадо. Вот мой долг. И теперь я буду ждать тебя. Вот и беда. Илай! Нет! Нет! Что? Что ты натворил? Ты убил его!
Стой! Ты тварь поганая! Выйди! Он тебе верил! Выйди! Я тебе верил! Это не он! Это Яков! Ну почему выглядит как стандартная немытая Россия? Это был Яков. Такое уже случалось. Ронни, Паркер, он убил их всех. Это мы его впустили. Ты найдешь этого подлеца. Найдешь его и убьешь. Или в следующий раз. Богом клянусь, я сама убью тебя. Такая стрёмная тёлка. Почему-то чувак у него реально, он как обычно немытая Россия выглядит. В чём прикол? Что? Фига себе. Оу. Вовремя ты пришёл. Я уж думал, мне придётся самому идти за тобой. Решил, что ты расклеился. Но все же ты солдат. Ч-ч-ч. Ты серьезно? И что ж те маяки? Вот когда вот эта вся хрень гудит здесь. Ух ты. Я, пожалуй, подмотаюсь. Он был слабый, эгоистичен. Я дал ему шанс доказать свою силу. Ему нужно было лишь сдать мне своих ополченцев. Насколько бы всем было проще. На чем я сейчас должен летать тут бегать-то серьезно? Красиво, красиво, ничего не скажешь. Офигительно. Гипервесело. Не сопротивляйся. Просто сдайся. Все свои же. Это все свои, ку-ку. Эти чуваки, они свои. Я не хочу их убивать. Но они меня убивают. Почему? Это типа... Типа меня наркотик убивает, если я своих же убиваю. Он был слабый, эгоистичен. Я дал ему шанс доказать свою силу. И ему нужно было лишь сдать мне своих ополченцев. Насколько бы всем было проще. Одище, блин, серьезно. О! Куда ты, блядь? Сопротивляйся. Просто сдайся. Ты выполнил свою функцию. Это свой. Не-не-не-не-не, своих я убивать не хочу. Скажем, ты спасешься, и что дальше? Будешь мальчиком на побегушках у подростка и домохозяйки? Допустим, буду. Никто. Без Илая ты никто. Они даже не убивают. Прикольно. Так. Мы как-нибудь так обижим. Не хочу я наших убивать, не хочу. Попытаемся сейчас не убивать их. Да, их дофигища. Просто плоть. Да, блин, мне выбора не остается. Голуби. Опа. Блять. Воткнулся головой в ель, в какую-то вонючую. Серьезно. Это серьезно. Ладно, все, попытаюсь сейчас не убивать своих.
это все глюк. Я знаю, как выглядят свои, я знаю, как выглядят чужие. Это свои. Не оплакивай, Лайя. Он был слаб и эгоистичен. Я дал ему шанс доказать свою силу. Ему нужно было лишь сдать мне своих ополчений. Можно вертолет вызвать, нет? Блять. Серьезно, я попытаюсь, конечно, убивать наших. Но что делать? На самом деле, у меня выбора просто нет. Что дальше? Будешь мальчиком на побегушках у подростка и домохозяйки? Чувак, давай лучше сам буду выбирать, чем мне дальше. Как мне дальше себя вести и как мне дальше быть самому. Сам разберусь. Сам разберусь. Как? Мотаемся. Не сопротивляйся. Просто сдайся. А вот это чужой. Ты выполнил свою функцию. Короче, ладно. Пошли в жопу. Прекрасно не знаю, что это свои, конечно. Тебе не кажется забавным, что всем, кому ты пытаешься помочь, становится только хуже? Илай, брат. Трагедия следует за тобой по пятам. Если ты и правда хочешь спасти этих людей и стать героем, просто уйди. Так всем будет лучше. Да не вопрос. Просто уйду. Да хорош, блять, я не хочу вас убивать, ребята. Ну почему так? Плоть. Сука, я не хочу их убивать. Ну, мне придется. Но я не могу по-другому. По-другому не пройти, серьезно. Не пройти, к сожалению. Не оплакивай, Лайя. Он был слаб и эгоистичен. Я дал ему шанс доказать свою силу. Ему нужно было лишь сдать мне своих ополченцев. Насколько бы всем было проще. Ну, скажем, ты спасешься, и что дальше? Будешь мальчиком на побегушках у подростка и домохозяйки? Так почему мне так шкивает-то? Без Илая ты никто. Ай! Осторожней. Во, смотри, эта хрень взрывается, сразу все вокруг умирают. На самом деле они просто перестают быть зависимыми или как-то так, наверное. Брат, трагедия следует за тобой по пятам. Если ты и правда хочешь спасти этих людей и стать героем, просто уйди. Так всем будет лучше. Если я просто уйду, то задание просто провалится. Понимаешь? Не сопротивляйся. Просто сдайся. Ты выполнил свою функцию. Нет, я попытаюсь что-нибудь судьбу не остановить. С этим всем побороться чуть-чуть хотя бы. Тебе чуть-чуть. Ай. Оп. Ты просто плоть. Плоть, блядь. Плоть не нашел. Ну давай. Продолжай охоту. Уходи, сука, уходи.
Зажали же. Ого. Волки окружают тебя. Никто меня не окружает, ты пиздишь. Как дышишь? Никто меня не окружает, все хорошо. Все прекрасно. Я спокоен. И ты будь спокоен. Ух ты! Ты знаешь, что ожидает слабых. Уходим. Ну, блин, как это. Прелесть. Так, а это что такое? Хедшот. Ой! Так. А где мы? А, понятно, пардонте. Не рассчитал. Пук. Ща, патрон. Понятно, два патрона осталось. Сейчас все будет. Где ты там? Вообще его серьезно не видно даже. Скрылся. Так. Так. Угу. Понятно. Че, плюс три. Раз. Два. Три. Ненавижу, когда меня зажимают в таких играх. Серьезно. Что? Ждем, стоим, ждем. Самолечением, так сказать, занимаемся. Нашего Джая великолепный обмен веществ, по ходу дела. Если он может так шикарно. Паленая хвоя. Коль он может так быстро регенерироваться. Обмен веществ у него, конечно, безумно быстрый. Может, как-нибудь я шкуру вас одолжу, мистер Волк. Угу. Умно. Ну-кша. Ну-кша, говорю. Скрюченные волки, блин. Ух ты. Собака сутулая. Волчара позорный. Угу. Патронов у меня, конечно же, нет. И на этом тоже, конечно же. Зайцам. Попробуем так. Привет, привет. Пока-пока. Я шкуру обдеру с волка. Ну, пока. Есть самый мерзкий. Отлетел.
Мой брат всегда это предвидел. А это он был? Не знаю, говорит ли он с Богом. Это не важно, ведь он прав. Человечество в очередной раз. О, опасности. Не важно, чего мы смогли достичь. Всегда находим способ разрушить это. Вавилон, Рим. Империи растут, империи гибнут. Америка ничем не лучше. Думаем, что неуязвимы. Вторую мировую войну с терроризмом мы пережили, но приблизились к краю пропасти. Тут и стоим. Мы прибыли по графику. Ждали, пока кто-нибудь подтолкнет нас. Иуда, ты это сделал? Все случилось так, как он предсказывал. А ты даже не подозревал. Ты так ни хрена и не понял. Ау. Мой ключ. Только ты. Помощник. Винтовку-то модно разблокировали. Я даже не знаю, стоит ли говорить спасибо, но... По крайней мере, Илай погиб не зря. Я сожалею о произошедшем. Правда. Это не только твоя вина. Но сейчас не время страдать или искать виноватых. Твой друг Прат и группа выживальщиков все еще вооружены Иакова. Поторопись. Мы надеемся на тебя. Ау. То есть я реально так быстро его замочил? Это было так просто? Время, заскочи в ближайший магазин. Глянь, что там нового. Так быстро? Я-то думал, там будет. Я вот заметил, вот самое сложное была серия, вот та, которую мне, к сожалению, не записал из-за того, что свет отключили. Ну, там часть была, так сказать. Часть. Я увидел, часть еще вам показал, часть вам не показал. Это самое первое, когда чувачка мочили, это странно. То есть там на самолете за ним гонялись. И, блядь, в церкви по нему стреляли. И от него убегали, улетали у этот... И все такое. С Верой что-то там и туда, и сюда, и пятое, и десятое, и блядь, и то, и все, и двенадцатое, и пятнадцатое. Тоже. И что-то какие-то галюни, какие-то зайцы, блядь, и цапали всех там за яйца. И... с этим просто, просто завалили все. Все было слишком просто. Раз, два. Чего так много-то? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Давай, бумеринка, поднимай меня. Только мою жопу не ешь. Так-так-так, давай, красавица, когда ты поднимай меня. Что с тобой? Красотка. Ну собак-то я поднял. Понял. И он по-любому сейчас должен какой-нибудь за рогу хватить. Как же все лагает-то, блядь. Все трясется-то серьезно. Заебали.
Да хорош. Угу. Так, патронов мало, всего мало, все печально. Ну хотя бы того самого чувака завалили мы. Хотя бы так. Хотя бы так. Надо бы, блин, рога и копыта. Беречь патроны. Задание да выполнить. Что за... Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Так, я, кстати, хочу какую-нибудь торговцу. Вот точно, точно, точно. Да, вот так вот, хлоп. Сейчас мы еще шкур животных поназабираем. Я думаю, после того, как мы все дело пройдем на 100%. Пройди, пожалуйста. Че, попроходим чутка. Ну, не на все 100%, конечно же. Хотя... Знаешь, как получится, на самом деле, как получится. Так. Я не помню, у меня пек или где-то здесь лежат оружие, или... Оружие могу купить... А, только под землей, понятно. Понятненько. Я видел Иосифа еще пару лет назад. Вернуться бы в тот день и прикончить его тогда. Ладно, тогда здесь патронов хотя бы купим. А, да, и вертик вызовем. Точно. Бум. Ну уже. О боги, дайте мне сил. С этими вертолетами. Давай не мыться, погнали. Так, куда погнали? Сейчас посмотрим. Где у нас здесь выполняется рога и копыта? Вот это. Ага. Попытаюсь сейчас довыполнить все-таки эту миссию. Да где она? Сильно далеко впереди, да? Так почему-то она не помещается. Странно. Ну ладно. Серьезно, прям вот... Тут и есть рога и копыта, да? Вот это... Столько много точек прям? Ты серьезно? Типа давай здесь. Он внизу! Так, где-то здесь, да? Страна вкуса. Окей, не вопрос. Пук! Как-то быстро ваш вертолет отлетел. В принципе, в жизни так и бывает. Один-два попадания, одно-два попадания и все. Жоп. Прикольно, чего, прикольно. Ну, самолет. Вертолет утопили, потому что, к сожалению, не видно, что под этим вертолетом находится. Оу, канализация. Я пошла. Нужно найти обзор получше. Как-то стрёмно, да, все дело выглядит. Что это за звук? Ты слышал? Что-то заскриптованное. Звучало это реально страшно. Так... Кто-нибудь не может помочь патронов там раздобыть, не? Лысый! Здорово! Иду на другое место!
Так, джипон, вижу джипон. Нам надо завершить наше задание. Ну, как мы дрессировщика скормили его же волкам, да. Прошлое задание, это было весело. Scary face. Чёрт, в меня стреляют! Сколько раз в меня стреляли. Я под обстрелом! Если бы я каждый раз вопил, когда в меня стреляли. Понимаешь, я бы... Почему собаки на я не могу посадить с собой? Ну что, не понимаю. Его посадил бы с собой, катал бы. Истории рассказывал собачески. И какие-нибудь интересные что-нибудь. Где-то здесь, где-то здесь. Наверх? Ну, типа наверх. По идее, да? Возле реки же, да? Или... Да. Да. Где-то здесь. Может быть, ссаная лень. Ну-ка, ссаная лень, вы где? Вон, рогатый копытный. Вижу. Бэмби! Оленята! Оленята летать умеют, оказывается. Постой, пока здесь никуда не уезжай. Ты ёбаный, ты шкаребаный. Где оленята? Где оленята? Как жизнь, лохастый. Я же где-то вот здесь подопнул, он как-то полетел так весело. Их большая и страшная армия уступила нам. Не умеем удивлять. Сука, он куда-то съебался, по ходу дела. Ну да, я не вижу его. Серьезно, не вижу. Окей, не опрос. Если наткнемся на блокпост, будь осторожен. Откуда ты-то здесь уже? Чумазенькая наша. Где-то здесь. Прямо по курсу. Люблю ясные дни. Хороший. Где же, где же, где же? Давай, иди сюда. Беложопая срака. Ну-ка. Типа вот так? Типа вот совсем возле озера, что ли? Угу. Стрелка практически стрёмно обозначается. Пусть будет так. Допустим. Допустим, пусть будет так. И ты посмотри на неё. Это страшная красотка. В гневе, так сказать, да? Можно мне оленей? Это заняли позиции, лишних убить! Голову! Круто! Кровище! Если б не ты, меня бы уже давно убили. Спасибо. Выживающим нужны припасы. Я как раз видела место крушения самолета. Там есть много чего полезного. Хорошая охота. Что вижу за херня? Цель. Кто стрелял? Ладно. Так. Нет, места. Я пошла. Нужно найти обзор получше. Оленей мне, оленей. Да побольше. Пожар, назад! Чужой. Я ранена, а, свой, извини. Сама очнулась, нормально. Пожалуй, пока.
поеду отсюда. Так, сейчас. Я видел оленя. Я его видел. Вот она, большая рогатая срака. Черт, в меня стреляют! Что ж ты ноешь-то постоянно? Как и можешь штаны. Блять, дерево сейчас могу убиться. В лед. Просто потому, что чуваку хочется сбитых оленей. Именно сбитых оленей. Исключительно сбитых оленей. Ты прикалываешься? Говно рогатое. Ты чё? Чё такое бесячее-то, Ой-ой-ой-ой-ой, скалы. Я тебя пометил, падла. Теперь ты пахнешь мной, сучка. Ну давай, блядь, отлетай. Ты мразь. Ты серьезно? Почему ты такой? Димите, на танке, что ли, надо? Где этот пидор? Вон. Просто когда все в движении, очень тяжело осматривать. Серьезно. Какая же это долго-то охота. Это самая долгая охота за оленем. Это мой олень, говно ссаное. И волка убил. Говно, ты серьезно? Блин, ты серьезно? Я его, блядь, по всему лесу машиной шпынял, как мячик футбольный по поясу. Блядь, какой-то волк взял его, напугал и убил. Олень просто кончился от того, что на него подул волк. Ты не соломин домик у поросят. Ты, блядь, большой, сука, олень. Какого лешего? Где ты? Подлюга. Олени. Бляха. Почему все в говне в таком, а? Угу. Бумер. Так, походу, дело бумер меня не спешит поднимать особо. А, не, глянь, поспешил. Тут вопрос, почему у тут не имеет двух квадроциклов? Я бы охренел бы дальше искать. Серьезно. Я бы охренел бы дальше искать машину. Прикольная такая палаточка, пивасик. Так, погнали дальше олень искать. Поедок. Ты серьезно? Хочешь, чтобы я тебя... Не вопрос. О, бумер, извини. По-моему, бумер — это единственный нормальный напарник. Серьезно. Вставай, красавчик. Так, и вместе с тобой кто у нас будет? Давай, поджигатель. Отлично. Одна баба помешанная старуха на молодых мальчиках.
другая ебанутая, которая везде мешается. Это про посрать шутки. Просто набор 10 из 10. А бумер, наверное, он просто молчит. Он просто молчит, и этим хорошо. Так, ты чё? Так что... Имитация бурной деятельности. Ты посмотри на это, а? А баба рядом ходит и психует, короче. Охренительно. Просто шикарно. Так, у меня есть какие-то стимулянты или... Что-то есть, чем я могу... Типа обколоться, короче, и почувствовать себя офигительно крутым. Или такого нет у меня? Типа для определения животных. Так. Я знаю, что оно в этой белой игре есть, но я, к сожалению, не смог найти. Пардонте. Я немножко насорил гранатами. Чё, как, страж порядка? Чё, лица? Я оленя только что нашел. Разнесём тут всё! Блять, олень, сука, почему ты такой хитрый? Вот, детка! Все лежит, лежит. Ты, я тебя вижу! Еще одного вижу. Еще один. Еще один. Еще один. Где он? Вон он, с другой стороны холма. Я вижу, вижу, вижу. Гад какой, а, сука. Куда он делся, падла? Жопа белоснежная. Ты куда? Ох, уже любит эти олени подставить. Серьезно. Один в воду затащил. Да вот у меня два оленя, утопленника в воду затащили, серьезно. Ну, олени. Оленята. Вы где? Сейчас найдем. Упс. Почему мы сбитыми? Он любит разможженное по трассе мясо. Что тебе так скрючило, бумер, товарищ мой? Почему? Какой скрюченный волк. Пук! Ну, практически успел позвонить, так сказать. Давай, давай, бумер. Молодцом. Пук! Отвратительно. Труп и источник заразы. Это, конечно. Труп не окочурился или... А, это ты? Не окочурился. Да, детка, конечно, я привезу тебя куда хочешь на моем великолепном... Вот-то... Сикале. Разрешите, сударь? Мне никогда не надоест это делать. Серьезно. Прикройте мою жопу! Отлично, о своей жопе беспокоится. Так, 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 так. Сейчас немножко потанцуем, детка. Да-да-да, погнали! Ты как ты там оказался, сука? Ты меня пугаешь иногда. Серьезно. Пулемет у меня есть. Пойду прогуляюсь. Прикрой!
Only you. Тан-да-ран. Та-ра-та-ра-та-тай. Врубай музло! Только не эдемское говно. Как я вижу, ты шутник у нас. Вижу. Дайте мне реально оленя блядского поймать. Серьезно. Во-в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 о. Где это? Куда ехать-то? Ага, все понял. Тихо. Бумер ринулся в реку, так сказать. Без палева. Я понял, спасибо, я нашел эту точку. С двух сторон от моста олени. Слева олени и справа олени. Покусайте себя за колени. Эй, ты кто, олень? Вставать ему ведь лень. О-о-о. Никогда не пристегивался. Враг внизу. Куда он делся? Ребят, у нас проблема, у нас олень под землю провалился. Прикрой, я иду. У нас олень под землю провалился, у нас маркер под землей. Ну, ладно, как бы. Я их вижу. Чувствую себя хищником. Ну что, прокатимся? Ну да, мне кажется, он слегка под землей. Я переберусь тут. Видимо, глубоко закопался. Не достреливает автомат. Бывает. Что ж поделать? Олени, знаешь, они хитрые, они любят под землей жить. Серьезно? Недавно смотрю канал Discovery, а там, оказывается, олени норы роют под землей. Все, блин, прям как в игре в этой. Так, здесь глубоко или нет? Глубоко. Так, туда мы уходим, пожалуй. Давай же. Давай же. Сученька. С этой стороны. Что-то ехать через мозг. Здесь еще хуже все. Я тебя, сученька, увидел. Я тебя, сученька, запомнил. Это ты мне 100 рублей у меня одолжил в прошлом году, а? Почти чистый, я бы сказал. По-другому никак. Так, олени, олени, олени. Олени это маленькие, вонючие, белохвостые. Заебись, наконец-то. Отлично, то есть... Оу. Разреши, у тебя что-то... К морде прилипло. Ты трахаешь землю? Я разрешаю, тебе помогу. Нет, тебя ничего не смущает? Бумер, с тобой все хорошо. Ну нет, как бы не вопрос, я не против. Если тебе все, у тебя все хорошо, как бы я рад. Я за тебя только рад. Так, погнали. Тебе сдавать. Сию прелесть. Думаешь, у тебя есть свобода? Реально нагнул какой-то. Отличное мясо.
Зажарился на ура. Что тихо слышно? У меня в животе урчит. Вернись, когда сможешь. Мы еще не закончили. Это место зовут Чипотли Совет. Еда здесь такая вкусная, что после нее не жалко весь день на дружке. Пизда. А почему так тихо слышно? Я же вроде все настраивал нормально. Так, настроить. Звук. Так, push to talk. Все. Странно. Отлично, я еще загорелся. Ах ты, сука, меня зажарить решил. Ну ты гад. А, понятно. Ну-ка посмотрим, что у нас тут. В центре клык. Какая-то винтовочка вроде как открылась. Я думаю, пора уже заворачиваться на сегодня. Сегодня мы уже довольно много поиграли. Мы нашли чизбургера и еще детеныша в мусорном баке на заднем дворе местного ресторанчика. Он был сиротой, его мать застрелили браконьеры и оставили умирать. Медвежонка принесли в центр клык, где его выкормили из бутылочки и вылечили. Несмотря на предписанную диету из ягод и рыбы, мы иногда подкармливали мишку чизбургерами, которые тот с детства обожал. Он очень привязан к людям, поэтому не может быть и речи о том, чтобы его выпустили в дикую природу. Став самым любимым обитателем центра спасения животных, он всегда остается, он навсегда останется жить здесь. Так это арабская вещь, что ли? Дикие страшные каракули. А, вот он, чизбургер. Да? Чиз. Вот как раз тот, кто мне нужен. Так. Нифига здесь какой прям арена для битья, да? Круто, 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 что нам открыли. Сейчас толкнем, сейчас посмотрим. Вот этот. Оп! Яков почти наш. Еще так. Так-ка толкну всякое говно, то, что у меня есть. Продать добычу. Продать все за 180. Да. Могу вообще все продать, да, быстро. За 3000, нифига, на 7 кэсов, кстати. Так, винтовки какие-то, раскраски. Это что такое? P119 золотой стиль. Ничего так. Коротенький револьверчик. Скорпион. Скорпион. Он не особо интересный, по-моему. 11.9. Магнум шестерка. А, типа. Понятно, прикольно. Скорпионы. Ну, это все в следующий раз, я думаю, посмотреть, да? Дробовик, дробовик без приклада, дробовик с прикладом. Немецкий МП-40 было бы интересно, конечно, купить. Или вот такое что-нибудь, да? В любом случае посмотрим. Как у Терминатора. Красота. Здесь у нас такой же есть. Только с коротким стволом. Абсолютно такие же характеристики. Калашет, что такое? Винтовочка понятненькая. Что такое? Ага, ага. Пулеметы, рогатки. Чуть целых две удочки можно найти. Нифига себе. Точность, дальность, урон. Эх, жалко, что эту удочку уронить нельзя. Блять, как можно, как может быть удочки скорострельность? Объясните мне, пожалуйста. Ну все, ребяточки, спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих сериях. Это было весело, было неплохо. Вот, Мишка Чизбургер. Веселый, похож на Балу из Маугли. Вот не чизбургер, а вот на мишки. Все, в принципе, легко и просто. Все, также не забудьте, у меня есть обсуждение, так сказать, на YouTube-канале. Также есть группа ВКонтакте. И также скоро еще стартует пару интересных новых проектов. Но о них потом, все попозже. Все, ребяточки, пока что, всем пока.